Всем привет! Castle Story выживает 21 вейв. Я только что отбил атаку вот как раз таки. И начнем. И пока что я буду строить, попытаюсь выжить. Я, кстати, вот в данной атаке не потерял ни одного человечка. Как-то странно мне всегда это получается, удивительно, но факт. Давайте поехали. С паузы снимаем. Обратно возвращаем человечка. Строителя. И давайте возобновим все-таки добычу и тому подобное, потому что без этого никак. Так. А что стоим-то? Я сейчас не понял, честно говоря, почему они затупили, или опять супер ИИ не хочет проходить через дверь. Что это сейчас такое было, я вообще не понял, честно говоря. Ладно, в принципе, не важно. Давайте посылаем этих рабочих сюда. Одного мы выставляем сразу же на вот этот момент. То есть здесь, значит. И давайте все-таки здесь восстановим вот эти блокады. Как-то так. Ну, блоки эти вот. Так, здесь я начал платформочку такую строить для того, чтобы подниматься наверх, как бы это правильно сказать, да. Так, что-то здесь поломали конкретно, у меня пробили стену. Конечно, этот способ, в данный момент, который я использую, способ постройки, он уже не актуален, в том плане, что надо было немножко по-другому строить. Вот. Так, ладно, ничего. Настроим все правильно, можно будет вернуться. То есть я хотел сделать платформу, которая бы выходила бы за как бы основные стены, но я понял, что это неэффективно в том плане, что они не могут чинить потом нужные мне блоки, поэтому как-то это неправильно немножечко получается. Пускай будет целевая стена, так сказать. Да, мне там уже предрекли, что я на каком-то там супер уровне, когда их будет очень-очень-очень-очень-очень много этих монстров, я, конечно же, умру. Я не спорю, я даже, как сказать, не сомневаюсь в этом. Но я постараюсь сделать все возможное, что от меня зависит, так сказать, чтобы этого не случилось. Конечно же, тысячу вариантов мне предложить для того, чтобы как построить, что лучше построить. Ребят, я хочу сам немножко. Я понимаю, что есть уже, конечно же, какие-то механизмы, приспособления. Ну что? Странно, а вот здесь, смотрите, я уже не могу нажимать. Удивительно. Ладно, пошлем тогда одного лучника. Вот этого. Сюда пускай он прибежит, расстреляет врагов, ну или как так. Странно, в общем, очень получилось. Не знаю, что здесь за непонятки происходит. Так, все. Интересно, не сообразят сторонка отойти, нет? Великий и могучий. Вот кто там фильмы хотел создать. Ну, фильмы предрекают, что они нас захватят и поработят. Успехов. Хотел бы я каких-нибудь терминаторов увидеть с таким ИИ. Ну что ж, давай. Ты должен отбить врагов. Так. Я не знаю, честно говоря, что мне еще не хватает. В принципе, мне хватает в данный момент, мне хватает всего. Единственное, что я вот вижу, что строители какой-то у них то ли ступор, то ли что. Вот я не знаю, не понимаю, почему они не хотят продолжать строить. И вообще, где они, собственно говоря, все строители? Зачем-то они убежали сюда и здесь.
Что творится, я вообще не понимаю. Давайте сделаем еще одного рабочего. Как-то я заметил, что они меня начали тупить. Именно строители начали подтупливать. Кстати, странно, кристалл вроде бы горит, но показывается, что нельзя строить. Ну ладно, в принципе. Так, всех я убил. Все отлично. Этот лучник, он был с этой стены. Ну а рыцари у нас... Куда-нибудь мы его поставим вот сюда. Так, не знаю уж почему... Почему сейчас происходит ступор? Вот я вижу прям здесь вот какой-то... Просто вот бред происходит вот здесь вот. Я не понимаю, честно, что, куда, зачем побежал он. А, все, теперь я понял, почему происходил тупняк. На самом деле, потому что вот, вот этого персонажа, вот этого персонажа. Блин. Который, у меня, собственно говоря, занимается тем, что как бы строит. Смотрите. Я тут одного даже выделить не могу. Да что ж они встали-то все? Да, ребят, конечно, я не знаю, вот что это происходит здесь такое. Вот куда, зачем он ломанулся, для чего? Давай ты будешь у меня строителем. Давайте, восполняйте мне стены. У меня стены дырявые. Они бегают, я не знаю, какой-то хренью занимаются, честно говоря. Что? Зачем? Куда-то ломанулись? Для чего вообще? Я не знаю, честно. Я вообще не представляю, что происходит. Зачем это они делают? По-моему, они просто издеваются. Ну, такое чувство. Ладно. Следующей волной я, наверное, все-таки уберу уже дровосеков, потому что они больше портят, чем... Ну, как сказать, не портят, то есть мне вот здесь вырубили, места хватает, все. Спасибо, больше ничего не нужно от вас. В принципе, все элементарно. Единственное, что вот эту стену у меня рабочие так и не восстановили за какой-то определенный вот этот промежуток, к сожалению. Ну, ну ладно, что ж поделаешь. Решили они как-то вот... Ну все, ты передал камень. Зачем останавливаться? Зачем? Я не понимаю. Зачем вот ты сейчас... Ребятки, ладно. Вот смотрите. Вот ступор. Вот... Хорошо, они сами тупят, но я их еще и выделить нормально не могу. Ну бегите отсюда, ну смотри, ну что? Ну вот смотрите, что происходит. Я просто из одного чувака не могу жить. Офигеть, ну как так-то? Я знаю, где будет прорыв. Не, ну, ребят, это нечестно, потому что они элементарные не хотят элементарные действия выполнить. Не хотят элементарные действия выполнить по просто отходу. Все, рыцари у меня уже убили. Ну, давайте, отступайте. Ну, что же вы делаете-то, блин? Ну, все, я вот... Заметили? Из-за тупника... некоторых придурков, просто других слов у меня нету. Я сейчас теряю очень просто, у меня разваливается весь замок. Просто. О, господи. Рыцари стоят, потому что они тупят. Ну, конечно же, они же не могут у меня нормально что-то делать. Так, так. Они же у меня обязательно должны... не знаю, не так. Изо всех сил тупыми быть, потому что у меня не находится границ для обозначения
Ну, вот как-то так. Ладно. Я перестану, наверное, ругаться. Стараюсь просто выжить. Очень много людей я здесь потерял. Просто немерено людей потерял. Замок у меня разламывается просто. Здесь, конечно же... Забавно. Ну все, я просто вот... Я ничего не говорю. Вот рыцарь стоит, его просто в упор бьют. Но это же глупость. Ну глупость же. Я не знаю, как вам, но это полнейшая глупость. Он не то что не дерется. Он просто он вообще ничего не делает. Он просто вот стоит и ничего не делает. Типа я отбился. Типа я защитился. Ладно, ребят. Просто развалилась вся моя... Тройка. Я даже сейчас не буду возобновлять, пытаться, так сказать, возобновить собирательство, потому что это бессмысленно. Я прямо сейчас сходу начну строить, закажу очень много построек, если, конечно, мои миньоны вообще захотят что-то делать, потому что в данный момент я вижу, что они тупо стоят. И ничего не делают. Просто великолепный. И я этой игрой просто заворожен. На самом деле очень странно, почему так сейчас происходит. Ну что? Ну вот это... Зачем делать выделение, если я не могу выделить? Ничего не могу выделить этим выделением. Строим, строим, ребятки. Да что же такое-то? Нет. Убираем весь мусор. Так, я так понял, я не только мусор убрал, но и все блоки. Ладно, в принципе, я не знаю, что... Ну что, я не знаю, что еще сделать, чтобы... Они задвигались, чтобы они заработали, чтобы они не как-то начали функционировать. Они просто вот тупо стоят и все. О боже, он куда-то зачем-то побежал. О боже, он тоже куда-то зачем-то побежал. Нифига себе, они... Они задвигались! Ох ты, нифига себе, даже здесь стену разломали. О, господи, в общем, сами понимаете и сами видите, какой просто вот бред какой-то происходит. Элементарнейшие вещи они так долго делают. Так не хотят это делать. Это, конечно, очень странно. Я не... Даже я не знаю, честно говоря, что еще добавить. Потому что... Просто из... Ну вот, смотрите. Вот что он здесь стоит. Вот что он там стоит. У меня еще, кстати, где-то один... Один есть вой. Вот. Давайте еще одного... Назначим на строительство. Может быть, они ускорятся и в итоге мне построить что-то. Ладно, давайте попробуем восстановить армию. Там у лучников очень много было потеряно. Как минимум 3 штуки вроде бы, да? Так, один был там. Один был здесь. И еще одного. Еще одного точно. Один был на этой башенке. Странно и удивительно, что как-то у меня когда... За кадром получается вроде бы очень даже неплохо, и я так легко... Ну что, а? Я так легко обороняюсь. А как только что-то серьезное или как-то на камеру, то сразу какие-то косяки начинаются, непонятные вещи странные. Очень удивительно, зачем вот он, для чего вот именно сюда залез.
А нет, смотрите, я вот прямо сейчас хотел начать уже ругаться, что он внутреннюю часть не достроит. Ну вот сейчас вот не достроит явно. Так, ладно. Последовательность действий у них, конечно, вообще наитупейшая. Все. Вот эту часть, они уже не достроят, потому что они закрыли полностью проход к этой части. Молодцы. Молодцы, герои, победители по жизни. Я надеюсь, я всю мощность моего негодования пытаюсь передать прям до всех сил. Так, ладно. Еще. Круто! Еще. Круто! Да. Нет. Вот этого сейчас вообще не нужно. Так, стоим, вроде бы все нормально. Вроде бы все делается. Единственное, теперь нужно найти недостающих, которые ничего не делают. Так. Вот, пошел процесс. Вроде бы восстановил скорость, так сказать, постройки. Опять дурацкое слово «так сказать». Ну уж, простите меня. Грешен, есть плохие привычки. О, невероятно, Эд вылез из этой щели, чтобы что-то начать делать. Поздравляю тебя, друг. Ты наконец-то стал полезен. Господи. Ну хотя бы вот эту стену восстановите. Ужас, ужас, они все пошли. Вот это же, представляете, насколько наитупейше здесь и... То есть они все всемиром, восьмером, там, я не знаю, всей шаблой пошли класть один блок. Это просто невероятно. Вот здесь вот что вот это вот. Блин. Конечно, то я вот сейчас зря это делал. Вот смотрите, что, все. Вот что вот это вот такое вот. Что они тут делают вообще наверху? С этой стороны здесь всего лишь один блок надо было положить, и они все этим начали заниматься. Это... это слов нету, в общем. Вот так вот я вам скажу. Так, я так понимаю, что так как у меня дверей нету, и прорыв сейчас состоится, я прям чувствую это очень сильно. Бросаем все блоки. Давайте. Нет, все, конечно же, мы будем тупить. Мы вот не умеем же возвращаться, да? Мы же тупые, мы же вот эти вот, как их, зеленые геи-переростки, блин. Слов на самом деле нормальных нету. Под... О, да тут. Я вот просто, я молчу, видите, не слышите, да, то есть я просто молчу. Я, наверное, переиграю, потому что это была глупая, ну, глупая потеря, я даже при том... Так, нельзя в самой игре. Загрузите только в меню. Рыцари просто герои по жизни, потому что... Пока вырезает там всех моих рабочих, они, ну я не знаю где, я не знаю, что они делают, чего они там бегают. Это вообще просто, ну, прорыв. Я теперь понимаю, что
вот в режиме выживания, конечно, не нужно вообще никаких стен, ничего заворачивать не нужно, вообще даже придумывать ничего не нужно. Я заканчиваю, не буду даже продолжать, закончить, я буду загруженные игры играть, переигрывать и все, потому что это, конечно, потери просто неправильные. Изначально здесь надо какой-то прям квадрат делать. Вот, наверное, я не знаю, как... даже... Ой, я вообще, честно говоря, не представляю, что здесь получше сделать. Да, конечно, эти туннели в конце с дверью, вокруг лучники ставить, бла-бла-бла. Не нужно мне опять это писать, пожалуйста, в комментариях. Надоело уже, потому что каждый одно и то же пишет, но другими разными словами. Вы вообще ничего... уникального не придумали или интересного. Каждый вот одну тактику либо где-то увидел, либо сам ее придумал, но она одна и та же. И мне это тоже в голову приходило. Мне это не интересно. Мне не интересно в эту игру играть таким образом, чтобы вот 100 волн там по 10... Ай, ладно, глупость, ладно, в общем. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте, потому что игрушка интересная, но вот, к сожалению, вот этот ИИ тупящий просто вообще пожескочу, он иногда очень бесит, раздражает и просто... Вот таким вот образом, потому что, ну, уж элементарные вещи они могли бы сделать, чтобы они бросали и бежали, они становились где-то в каком-то просто вот, просто вставали и ничего не делали. Ну как так-то? Это вот непонятно немножечко, и почему так происходит, непонятно. Ладно, надеюсь, в следующий раз получится намного интереснее. Начну я обратно вот с этого хода, наверное. Скорее всего, давайте я 20-ю волну, наверное, да, дождусь. И ее отобью, и все будет нормально. Как-то так, наверное. Давайте сразу вот этих всех мы переведем в... не в лесорубы, а в вот этих, в плотников. Вот давайте 2 минуты я еще досниму, не буду прощаться. Так сказать, ту волну, которую я прошел за кадром, я ее пройду сейчас. И вот здесь вот, вот этот момент я уже неправильно делаю, видите? Потому что вот, вот сюда вот нету прохода у людей, и поэтому все вот неправильно немножечко сделано. То есть как-то уже... неверно, в общем, выходит. Ну вот строитель у меня уже получается просто он в никуда уходит и ничего не делает. Ладно, пускай здесь все деревья тратят и выставляют везде блоки, потому что, ну не блоки, а вот эти вот платформы для материала, потому что их очень катастрофически не хватает. Так, здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот. Восстановим вот этот момент. Так, у меня есть хотя бы еще на одного лучника. Нет, к сожалению, не на одного лучника. Так, вот здесь вот мы уберем, вот здесь вот так вот поставим, а здесь лучника вот так вот поставим. То есть, когда дверь разобьет, чтобы сразу один лучник начал стрелять во внутреннюю часть двери. Так, то есть все... все снаружи, ой, все внутри, точнее, по-моему, все внутри. Со следующего хода я, наверное, еще раз пошлю. Единственное, чтобы вот немножечко дорубили вот этих деревьев. В идеале, конечно, послать бы сразу кучу народу там, всех сразу всех послать, чтобы нормально все получилось. Посмотрим, может быть, сейчас вполне волна и не отобьется. Так, давайте сразу. За 30 секунд все-таки нужно, мне кажется, все правильно это сделано. Не зря и звук предупреждает меня, чтобы за 30 секунд вернуть всех хотя бы в место. Ну все, я вот уже сразу вижу. Даже говорить ничего не буду. Ладно. Ну все, раз
раз первый раз они не смогли пройти, у них все. У них сразу они все психуют, у них мозги плавятся, и все, они становятся зомби тупорными. Такими, я не знаю, что мне делать. Ну вот, к сожалению, здесь вот опять вот не получилось так, как бы хотелось, потому что прорыв прошелся вообще просто неправильным образом, все прошло. Как всегда, здесь тоже прорыв произошел неправильным образом. Но намного... Только хотел сказать, намного лучше, чем до этого все было. И здесь я как-то лучника потерял. Каким образом здесь-то лучнику? Ужасно. Это ужасно, это просто ужасно, ребятки. Но на самом деле лучше, чем это было. Ну, дерись! Блин, это вообще, конечно, это... Я не знаю. Они, когда игру создавали... Да ты зачем? Когда игру создавали, они что? Не видели, что они создавали? Давайте сохраняемся вот на этом моменте. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Игрушка интересная, конечно, но вот этот момент прям немножко очень сильно раздражает. Я сурово, очень сурово все-таки сделаю и закончу весь процесс, потому что мне очень хочется как можно дольше этого, так сказать, как можно дольше выжить. Я прям через силу буду терпеть тупняк и прям вот все равно восстанавливать каждый раз свою крепость, потому что я хочу победоносно просто пройтись, так сказать, по всем тут. Ничего, я создам все-таки рано или поздно, создам такую крепость, которая бы была просто идеальной, шикарной, просто катастрофически крутой. Так, ладно, давайте вот эти два блока уберем, потому что вот здесь вот сначала нужно нижний ярус, конечно, построить. И только потом уже нужно сделать верхний ярус, конечно. Ладно, ничего, это все мы исправим. Так, здесь мы сделаем вот так вот. Хотя и то я уже неправильно здесь делаю, потому что... Хотя нет, наверное, нормально. Давайте просто здесь вот так вот внесем. Вот таким вот образом. Так. И вот здесь вот еще вот, вот так вот. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока!